Яна Рудковская прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате мира. Трусова пошла в произвольной программе на 5 четверных прыжков, но дважды упала. Фигуристка заняла итоговое 3-е место. Эти 5 четверных войдут в историю. Она единственная, кто на это решился. Это круто. Дебют у Саши удался. Она боролась с опытной Лизой Туктамышевой и проиграла всего 2,5 балла. Меня впечатлило, что именно она первая в произвольной программе. Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей. Я ее горжусь. Боец. Для меня самый главный показатель, что она единственная, кто исполнял все эти четверные прыжки. Это исторический момент. Эти 5 четверных весь мир запомнит надолго. Я очень счастлива, что весь пьедестал состоит из наших девочек. Это тоже войдет в историю, сказала Рудковская.